участники боевых действий, родные и близкие, те, кто не вернулся с полей сражений, дорогие земляки. Накануне дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана мы вспоминаем те минувшие дни, когда наши воины, солдаты-сержанты, прапорщики, офицеры достойно исполнили свой воинский долг, как за пределами нашей Родины в боевых действиях, так и на территории Чеченской Республики. Разделяем боль утрат с родными и близкими тех, кто не вернулся с этих войн. Эти люди смогли проявить чудеса героизма. Они до конца остались верными воинской присяге. Они исполнили до конца свой воинский долг. Те, кто вернулся и сегодня являются активными участниками жизни нашего Кингисеппского района, они участвуют в деле воспитания нашей молодежи, передают им основы чести, мужества, героизма. Будущим защитникам Отечества они передают традиции войскового братства, взаимопомощи и взаимовыручки. Огромное им спасибо за этот непростой труд, за те дела и действия, которые они вкладывают в дело усиления обороноспособности и величия нашего государства. Крепкого здоровья. Хочу пожелать веры в будущее, оптимизма и, конечно, мирного неба над головой. Участники митинга, разрешите от всей души поблагодарить вас за то дело, которое вы сделали в течение долгих 10 лет, с 1979 по 89 год, когда исполняли свой интернациональный долг народу Республики Афганистан. Более 500 тысяч наших воинов прошло, исполнил этот долг на территории данной республики. Разрешите сказать вам слова благодарности за ваших сыновей, за ваших родных и близких, за то, что они с честью выполнили свой интернациональный долг и действительно не посрамили честь нашего государства. Спасибо вам большое. И вечная память нашим воинам-героям. Мы приходим сюда, на это место, чтобы почтить память наших земляков, наших настоящих мужчин, тех ребят, кто в мирное время, кому в мирное время довелось воевать. Они воевали не просто так. В Афганистане они не давали пройти на нашу территорию наркотрафик, не давали западному агрессору приблизиться к нашим границам. Те, кто воевал в других локальных точках, не допускали того хаоса, который сейчас творится в Украине. Они всегда были, являлись и будут для нас примером мужества и героизма. Я хочу сказать огромное спасибо, благодарность матерям, семьям за то, что вы воспитали настоящих мужчин. Они будут для нас всегда символом и примером. Всем ребятам, пришедшим сегодня сюда, всем, кто воевал, хочу сказать огромное спасибо, что вы друг друга поддерживаете, что сегодня есть замечательная общественная организация, которая не просто существует, а реально занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Вы поддерживаете семьи, вы поддерживаете друг друга. Честь вам и хвала. Хочу пожелать вам здоровья, добра и прежде всего мира. Мы собрались сегодня, чтобы отдать дань памяти погибшим, помнить и рассказывать свои истории будущим поколениям. Ничто, я понимаю, что ничто не утешит матерей, потерявших своих детей. Будем помнить погибших, помнить о родителях, близких. Войны в нашем государстве и вообще в мире были, есть и, к сожалению, я, во всяком случае, так думаю, что, наверное, будет. Поэтому надо не забывать об этом. И надо рассказывать, воспитывать будущее поколение именно в духе патриотизма и защитников. Воспитывать защитников нашей Родины. Я призываю все общественные организации, руководителей и района, города, руководителей организаций, именно работать с детьми, выступать в школах, рассказывать, чтобы в конечном итоге
если вдруг возникнет необходимость, было кому защитить наше государство. И помните, мужики, жизнь продолжается, и мы еще нужны. Так что будьте здоровы. Знак нашей признательности воинам, погибшим во имя жизни, мира и счастья на земле, мы возлагаем цветы под ножью памятника воинам-землякам, погибшим в локальном конфликте. Жители города Кингисеппа. Вива! Кандагар и Герат! Вива! Мой запас и дохни! Вива! Хайратон и Шинда! Всем вам, дорогие мои шурами! Споем, бача, споем, о чем? Обо всем. И сколько нам не осталось жить, споем, бача, чтоб вовек не забыть. Споем, споем.